Утро. У нас сегодня на завтрак кофе, кашка. Какая она? Пшеничная вроде бы. Омлет с беконом, сырочек, масло. Мы уже кушаем. Покушали вкусненько, поднимаемся теперь. У нас 45 минут до ванны, до минеральной. Ой. Ой. Фойе такое у нас. Ого, дует. Открыто? Нет. Просто дует. После ванны отдохнем на парафин. После парафина поведем вон в тот лечебный... А, нет, или в тот ли, не помню. Вон в тот лечебный корпус. Соляную шахту, магниты там. Массажи. У нас сегодня в поселке написали мне минус 40. Здесь минус 29. Ну. Да, у нас я на балкон вышла, вообще холодно. Наша работа. Полежали, пошли дальше, поели, пошли купаться теперь в ванночку. Вот моя ванна минеральная. Очень соленая. Помогает при травмах, артрозах. Короче, опорно-двигательный аппарат при сердечно-сосудистых заболеваниях снижает давление, успокаивает нервы. Короче, класс. Сейчас буду принимать и смотреть на гору. Угу. Оба плеча, да? Оба плеча, но... завтра, угу. Да? Так и будем делать, да. Вот Сергей делает парафин. На локте. Прям хорошо помогает ему. Я себе буду на колени. Тоже готовьтесь. Куда? Вот. Колено освобождено. Угу. Я лежу на парафине, Сергей сидит. Ой, хорошо греет. Ой, вообще. Укутали горячим парафинчиком, одеялком прикрыли. 20 минут надо лежать. Вот такая процедура. Хочу поспать, Сергей говорит, не спи. Ах, ему скучно сидеть, ему-то не поспать. Вот. На улице солнышко, сейчас как раз чуть-чуть потеплеет. Да. Отойдем. Сегодня решили в бассейн не ходить, потому что так тут греемся. В бассейне все равно вода 28. Не хотим. Покупали вчера охотку, сбили. Посмотрим, может, еще когда пойдем. Не знаю. Завтра праздничный день. Здесь по заказу можно шашлыки заказывать. Короче, на вечер, да. На вечер, да. Шашлычки, можно куриные, можно свиные, можно крылышки. Уже за дополнительную плату. Ну, мы тоже не хотим. Дома нажарим. Скоро лето. Мы не соскучились по ним. Потом что? Завтра будет сауна. Тоже в честь праздника. Ну, нет. Примем ванны. Завтра, интересно, там будут работать? Да, наверное. Конечно. Магниты там, да чё? В главном корпусе все равно, наверное, будет. Так что вот так. Но народу пока не сказать, что много. Ну, а больше, наверное, не будет так все. Наверное. Так-то все столики заняты, да ведь? Ну, оно, наверное, все полностью 35, наверное. Так что лежим, отдыхаем дальше. Итак, друзья, идем в другой корпус.
покажем вам, что там. Раньше елку долго у них не убирали, да? Сейчас-то точно уже убрали. Март. Оттуда снизу будем заходить? Откуда? Или откуда? Вот оттуда, да, надо. Что, может, вот тут пойдем, Сереж? А, да, да, да. Сейчас пойдем наберем минералочки себе в номер. Попивать будем. Там прям горяченькое подается. Ну и буду, если что, подогревать в чайничке. Конечно, тут нет ветра. Горы. Вот это санаторий Осы. Ко снега здесь тоже, во. А он лежит ровненько здесь. Угу. Не знаю, вот мы смотрим, есть ли тропинки вон туда, в лесочек. 5 лет назад ну, были. Вон туда, в гору. Ну и в гору, и вон там мы ходили. Скоро ужин в 6 часов. Да, это... Ужас просто снегу. Все. Художник у них все расписал. Каждый день буду вам показывать сундучок. А что тут? А ничего. Потому что все богатство вот здесь. Минералочки. Наливай, пока я засниму. Здесь все можно пройти. Кардиолога, и УЗИ сделать. Ну, потом позже вам расскажу все. Хорёсы, тише слёдки, слёдки. Да не, лошади, лошади. Вот спелеотерапия шахты. Завтра начну ходить в шахты. Лифты есть, пожалуйста. Так, тут что-то ремонт идет. На лифте только. Можно. Тут, конечно, можно заблудиться. Ходишь, 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 ходишь. Угу. Вот художник был. Дай-ка хлебану, пить хочу. Или там стаканчиком попить? Нет. Нету стаканчиков уже? Уже поздно. Вот еще осинская минеральная вода можно пить. 18-25 градусов. Вот такое. 35. Ой, ты прям горяченькую. 38-45. Пресную, пожалуйста, водичку. Че, горячая? Невкусная? А-а-а. Но полезная. Очень горячая. Сейчас я тоже горяченькую, наверное, попью. Вот эту вот. Сильно горячая, нет? Терпимо? Возьми вот эту. Почему? Вот 25-35, да? Противно. Противно? Вот. Соляночка, салатик, апельсинки, компотик. Сейчас бризольки принесут рыбные. Уехал, наверное? Да, уехал. Куриная грудка с картошечкой.
Сергею все не солено, как всегда. На ужин у нас кашка рисовая. Вот тут отбивная, не знаю, какая с овощами. А, бризоль с рыбкой, да. Так, это шарлотка, наверное, кефирчик, чай. Сергей ругается, он уже наедается, ему всего много, у него котлетка с гречкой. Уже объелся. Куда, говорит. С наступающим праздником, дорогие мужчины, ну завтра еще вас поздравим. Уже у нас вечер, время 9 часов. Решила попрощаться с вами. Всего хорошего, всем здоровья. У нас радость. Маша вчера заняла 2-е место, сегодня 1-е на соревнованиях. Вау! Ура! Все, друзья, всем до завтра, всем пока.